Бартли 27-й и Майк Вандерхорн номер 5-й. Ну вот действительно, все эти трое перечислены мой как 2 лет. Напомню, что Кевину Нолану 35. И он по-прежнему, как я уже говорил, играющий тренер. Так, первая встреча между этими командами, которая состоялась 27 января, завершилась в ничью 1-1. Она сопроводилась, Даймонд проводил с преимуществом против Суонси, уже проигрывая со счетом 0-1. Лусиано Нарсинг в той встрече открыл. Лондонский Арсенал был несложен со счетом 3-1. И вообще надо отметить, что Карлош Карвальяль в Суонси отстреляется в дриблинг. Одного прошел, второго прошел, удар по воротам. И мяч забирает Адам Кош широкого диапазона. Вот Натан Дайер за счет своей взрывной скорости может обострить Нотс Каунти. Подключается Грант, его прострельная передача. И работают арбитры. Очень много решений не в пользу этого клуба. Томми Абрахам бьет из-за штрафной, опять растягивает оборону. Том Кэрролл, ему неудобно здесь бить, он левша. И вот Натан Дайер зато. Человека, который полностью укрылся в свою теплую куртку. Но, по-моему, это Хью Дженкинс. Это президент Суонси Сити. И нам сейчас будет продемонстрирован. Ну а пока подключение. Нарсинха и гол. Томми Абрахам. Комбинация, в стеночку сыграли. И не отправится штурмовать ворота соперника. Но может быть поздно. Дайер 2-0. Уже на 20-й минуте. Думаю, все застыли в обороне у Нотс Каунти. Он навешивает. Ну и здесь... Ну вот таким вот образом иногда случаются сказки. Мы заслужили этот гол. И какие к нам могут быть вопросы? Дайер 3-0. Сказка там Блэкбурну. А в 94-м чемпионшипе. Опасно. Ух ты! Вот вам, пожалуйста, 3-1. Это хрен. И шел Амеби, пошел разминаться. Так что маэстро еще мог стукнуть кулаком по столу и, в общем, показать всем, где совсем скоро заплачет. Опасно! И вот, пожалуйста, еще одна скидка головой. Разгоняется Томми Абрахам снова с мячом. Но здесь Нарсинку тяжело будет добраться до мяча первым. Заканчивается компенсированное время. Томми Абрахам заждался мяча и 4-1. Ну а дальше до мяча добирается... Кто же это был? По-моему, это снова Нарсинг. 15-й, Даффи 5-й, Хан 19-й. В полузащите Вирчу 6-й, Хасин 2-й, арбитр. Ну и следующий день в чемпионшипе играет, то есть тоже во втором дивизионе. Ну а Хаддерсфилд ведет борьбу за выживание, как и Суо. Карлош Карвальял. Прострельная передача. Опасная. И Томми Абрахам. Почему нет? Смотрите, как Вандерхорна обокрали. Удар по воротам. Он уже на самом деле был тяжело болен. И счет шел на дни. И в итоге все сложилось. Любопытная человеческая история. А Кэрролл навешивает. Еще один опасный удар. И гол. Кайл Ноутон делает счет в 5-7 матчах во всех турнирах. Карлош Карвальял Суонси. Суонси забьет еще. Очень на это похоже. Подача Кэрролла. Мира поработала Суонси, по-моему, в прошлом сезоне. Ну а сейчас Рутиш бежит забивать еще. 6-1. Ну, голевой передачей ЦЕ. Одно очко уступает Уикомбу и Акрингтону Стэнли. Хэмптона 0-0, переигровка и 2-1, победа дома. Ну, примерно по такому же сценарию. Ну а справа Хокридж, насколько я понимаю. И два Суонси не забивают года. Кэрролл с левой. Опасно! И супергол в девятку. 7-1. Великолепное исполнение. Рутледж отдает голевую передачу. Из-под вышедшего на замену много там ярких поединков. Кажется, даже всем известная компания Opta, которая обсчитывает статистические данные английских. Но поскольку мы две переигровки, пробиться в четвертьфинал. Еще один удар по воротам. Гол! 8-1. Суонси, чтобы отыскать матч, где Суонси забил 8, я уже не представляю, как это возможно. Томми Абрахам, голевая передача.